Всем привет! Меня зовут Екатерина Елбакова. Я работаю в районном управлении культуры непосредственно Смирнинской ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. И прямо сейчас за моей спиной проходят соревнования по нардам в рамках проекта. Называется он «Игры народов». Соревнования проходят среди представителей разных национальностей. «Игры народов» – проект бурятской общины «Байкал». В начале этого года он выиграл в конкурсе президентских грантов и получил финансовую поддержку. На эти деньги закупили по 30 комплектов нардов, бурятской национальной игры «Шагайнадан», якутских национальных игр «Хабалык» и «Хамыска». За счет гранта приобрели и призы для соревнований. В сентябре община проведет мастер-класс и соревнования по киргизской национальной игре «Тогус Кургол». Напомним, в конкурсе президентских грантов по итогам 2021 года – выиграли 3 проекта от Мирнинского района. Некоммерческие организации получили денежную поддержку в 1 миллион 632 тысячи рублей.